Говорят, что время, которое ты провел в воде, оно не засчитывается в твои года жизни. Серфинг для меня – это свобода. Это медитация. Есть ты, океан, волна. Ну, это просто такой кайф. То, без чего я не представляю свою жизнь. Это просто какое-то целое пространство. Это та вещь, которую нужно обязательно попробовать. Существую в серфинге, мне кажется. И все. А он существует во мне. Серфинг – это настоящий спорт. Ты один на один со стихией. Многие занимаются фитнесом, а я занимаюсь серфингом, детки. Это стало частью моей жизни. Для меня серфинг – это фан. Это классно. У меня две жены, одна из них серфинг. Это очень круто. Я чувствую себя абсолютно счастливым человеком. Классно, что есть возможность поделиться этими ощущениями со всеми людьми. Радостью, любовью, теплотой. Невозможно повторить улыбку после того, как ты берешь свою первую волну. Это нужно попробовать однажды. Так, серфинг для меня фан, да? Ну что, на чем может быть? Серфинг это... Серфинг. Это фан, да? Это фан для меня. Сейчас. Какой там второй вопрос был?